Нету. Ну, в натуре, блин, с игры только сбивает, орет. Там уже забываешь, что ты хотел, блин, сделать. Чего все в АБС закрываете? Нормально, карта вроде. Нет, зимние закрываем, чтобы там. Что, не тянет компьютер? Ну, да, не у всех тянет. Понятно. Вытянуть не может. Ну тогда бы четвертым закрыл бы высоту. Она хотя и не зимняя, но что-то какая-то она тоскливая. Да, закрывай высоту. Это сейчас эта степь не закрывается, Не, степь закрывается, только почему-то бесполезно. У меня она постоянно закрыта, постоянно ее выкидывает. Такое ощущение, что специально в нагрузку дают, что ли. Причем это первый раз поводите ходит. курсором по картам, блять, у вас начинает как бы тормозить, блять. Вот по этим названиям карт, блять. Или мне Тормозить. перезагрузить? Тормозить это стрелка на Да, радаре, да? есть, да, Ну, такая? есть такое. Я думал, блядь, сейчас лагать будет. Да. Так можно не останавливать поезд. Можно и так. Я уже залип в эту хуйню, уже раз 50 сделал вверх-вниз. Я просто думаю, вдруг сейчас Коля будет перезаходить, а игру зацепит. Когда обнова-то выйдет, никто не в курсе. Ну, когда зима закончится. Какого года, уточнее? В конце февраля. Да, это круто, конечно. Зимний патч они когда там в ноябре анонсировали. В конце февраля его выпустить, это, конечно, сильно. Штрафники станут имба сразу, да? Заряд будет к танку прилипать. ППШ еще с огнеметом, ну вообще. Нет, они же, по-моему, там что-то передумали уже с ППШ. У них уже, по-моему, какая восьмая Ну версия. да, 1.8 там уже. Потом в конце февраля скажешь, ребята, да ну его нахрен, не так нормально, играйте дальше. Ко-ко-ко, блядь, Биг Босс. Бейн босс, серьезный парень. Эге-гей. Отсоединили, да? Все, нам пизда.
За перекусы кто играет-то? Как зовут? Я Коля. Коля, я Коль, ты кем? На это першингом пойдет, да? Я першингом дал. Два старых першинга собрались. Итак, я тогда в это штурмовик пойду, это сам разнообразие. А я играю в совет, как зовут? Кирилл. Участник. Вершины мира покорил. Ров даю сиськи мяу, бля. Пулеметный расчет так идет приказание. Как не растеряться, Миша? Ты с ними пойдешь? Почему? Я с тобой, вон, я вот сюда иду. Ну давай, может, иду потом. А ты там в дом прыгай, если ты бежишь. Тебя вряд ли. Но... Ты что, Максим играет, да? А что ты в дом-то залез? Не в этот дом-то. Да беги, в этот прыгай. Саня. Вот куда прыгать-то? Идем на захват точки. Ладно, если вы блядь, так уверены, что мы должны это взять могу эту точку. Ну, вроде успеваешь еще. Прибыл новый универсальный транспорт. Выдвигаемся. А папа там есть? Вот. Блин, что-то немчуры-то нету нигде. Выходим. Не забудь цинки. А сейчас пойдет ты отсюда. Да, наверное, они вот через идет строительство взводного КП. Ну, кстати, одни лопаты пошли обходить отсюда. Так, ну ладно, я где? Посмотрю. Давай потихоньку. Новый взводный КП приступает к работе. О, не так все. Пора ехать. Он там перекрыл. А пофиг? Приказы есть? Погнали, машина на ходу. Но он пошли на тебя. Вперед! Следи за маслом! Атакуем пехоту противника! Выходим! Приказы? Отряд противника! Атаковать! Не спать! Давайте, приказ! Собираемся! Быстрее! Пора в бой! Поступили приказ! Обработка! Нас атакует пехота! Королевские саперы прибыли! Они не кают в крики и даже не бьют старые добрые.
Бля, хочу МГ. А этот раз хотя бы ничего взрывать не надо. Отправляемся немедленно. Готов. Противник уничтожил передовую укрепленную позицию. Сейчас убьют. Готовы выдвигать далее магнемет в пост. Готово. Отличная работа, парни. Катили. Есть приказ? Улучшение получено. Командный пункт строится. Че не возьмем вот эту вот, например. Да, кстати. Пора прогуляться, парни. Альфы дошли. Нас повысили. Называйте меня. Вперед. Ладно, починим. Задача выполнена, понял? Прием. Численность отрядов пехоты будет увеличена. Задача выполнена. Все под контролем. Итак, так, еще одну работу сделали. Так, бездельники. Пора немного помаршировать. Шуэль, черт возьми. А вот пусть когда. Отряды пехоты могут получить по одному дополнительному бойцу. Сообщение принято и понято. Доступны осветительные боеприпасы. Отряды получили возможность применять PIAT и БРЭН. Доступно строительство бронемашин. Ждем приказаний. Вступаем в бой. Итак, приказ от мистера Черчилля. Ждем новых приказов. Саперы получили выполнение. Что-то у тебя машинка как-то далековато стоит и бегаешь так далеко. Приказ.
фланга заходят сволочи колбаски. Мы потеряли бронетехнику. А, один остался. Тяжелая бронемашина готова. Захвати сменные стволы. Выходим. Ждем при... зеркала. Сигнал. Поехали. Больше в них стрелять не надо. Марк 3. Выдвигаемся на позицию. Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. Идет строительство ротного КП. Приказы получен! Давай! Как ты вообще сюда попал? Завели булками, черт возьми! Войска завершили строительство ротного КП. Отряд, внимание! Постарайтесь ничего не перепутать. Внимание! Приказы! Здорово прижали! Слышим вас хорошо! Сообщение принято и понято. Передовая позиция атакована. Контакт! Повезло, твою мать! Отличные новости! Способность готова к применению. Оборонительная тактика наковальня доступна всем нашим войскам. Ждем приказа. Мы будем работать быстрее. Всем ясно? Промойте уши. Работать раны. Некто будет... Сейчас подлатают. Приказ.
вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Пошли снаряды, пригнитесь там! Перехвата, у них все еще 300 очков. Танка «Кентавр» ждет ваших приказов. Танк ждет приказа. Приказ танка отдал. Выбираем от него. Но там это туман вонит и ест. Убиваем его. Деловые гаубицы готовы накрыть цель. Артиллерия готова к координированному залпу. Приказ получен. Сейчас у них будет буря. Ну что, покатили? Береги коробку. Выдвигаемся. Стрелки по местам. В атаку! Захватите эту позицию! Сейчас 200 очков. Пригнитесь! Это всего лишь начинаем зачистку! Держим позицию! Готовы ко всему! Поехали! Они захватили нашу точку! Зенитный танк в вашем тылу... Наша точка! Они ее захватывают! Ну чё, пускайте? Да, пускай. Я не вышел еще. Откуда из сортира? Можно и так назвать. Снова вышел.
Он вот этот псилдофузи. Бромбары и пушки у него. Я так понял, ты сейчас с бритами в дом побежишь, да? Да. Тогда я точно буду так причищен. Пулеметчики ждут приказов. Универсальный транспорт готов. Пружно, готов ехать. Держитесь крепче. Погнали. Тихо. Умейте тут как топать девочек скаута. А выход живо. По-хорошему. Немного прогуляемся и возьмем точку. Идет строительство взводного КП. Войска завершили строительство взводного КП. Цель под обстрелом. На пулемет тянут. Покатили. Давай, задай им хорошую трепку. Твою мать, пехота, черт ее. Снаряжение погружено. Готовы идти? Огонь по легкому танку. Отличный выстрел. Новая цель. Приказ есть! Атакуем враждебную цель! Стопи на палубу! Малку, черт возьми! Бегом! Понял! Прием! Готовы выезжать! Это гранат. Пехота противника! Огонь! А, я тоже прикурил. Сзади, сзади! Сапера прибыли. Покажем этим гадам, что почем. Лопаты сколько человек? Движок накрылся хреново. Открываю огонь. Патроны закрыли. А? Патроны. Доступно строительство бронемашин. Алло. О.
Ёбаный в рот, у меня как в тот раз сторное соединение разорвано, блядь. Но я не вылетел. Блять, да что за хуйня? Вот такое. Саперы ждут новых приказов. Соединение прервано, блять, восстановлено. Соединение прервано, восстановлено. Баки полные, боекомплект. Я ничего не качаюсь, вчера вечером что -то. Открываю огонь. Знать-то. А я вижу, вижу. Я ничего уже не сделал. Бронемашина готова. У тебя где солдаты? Ваши билетики. Поехали. Ты охуел, блядь. Мы солдаты там пиздов таких раздавали. Что-то. Кому? Все он съебались в ужасе. Так правильно. Блин, два миномета вообще не работают. Первый раз, блять, отступили мои солдаты. Первый раз, все нахуй, ломанулись. Все на борту, готовы отправляться. Ну что, покатили? Побереги коробку. Выдвигаемся к противнику. Снаряжение. Атакуем постройку с окна. Аккуратно. Прибавь к газу! По нам стреляй! Огонь! Не спать! Выдвигаемся! Нас обходят с фланга! Не спать! Машина в решето! Мы потеряли транспорт! Наша точка! Они ее захватывают! Быстрее! За простой нам не платят! Готовы выезжать! Атакуем легкий танк согласно приказу! Жми сцепление! Вперед! Готовы отработать осветительными. Отряда больше нет. По нам стреляют! Слышим вас хорошо! Мы потеряли точку. Что надо сделать? Численность отрядов пехоты может быть увеличена. Сейчас подлатаю.
и BIAT отправлены в войска. Работа окончена. Заходят в планка. Передовая позиция атакована. В каждый отряд пехоты может быть добавлено по одному бойцу. Будет сделано! Тыловые гаубицы готовы накрыть цель. Мы готовы! Марш! Марш! Держитесь, сейчас! Укрепленная позиция атакована. Поздравляю с повышением! Ждем приказать! Сейчас рванет! Мы потеряли Марк 3. Да сейчас, сейчас. Начать ремонт. Уходим, парни. Оружие к бою. Да, вижу, вижу. Давай езжай сюда. Пехотное отделение Томми закончило обучение. Хватайте, брат. Отличная железяка. Королевские саперы закончили ремонт. Как только захватим позицию, будет чай с печеньем. Слышал, Гарри? Сами хотят, чтобы мы взяли то, что мне очень нравится. Противотанковые орудия готовы к бою. Командный пункт строится. Значит так. Раздать эти припасы тем, кто в них нуждается. Способность готова к применению. Эти ублюдки пытаются отбить нашу точку. Строительство ротного командного пункта окончено. Точно. Сообщение принято. Бойцы, приказ. Ждем новых приказов. Понял. Прием. Саперы получили пополнение. 1, 2, много. Но приказ. Мы готовы. Все, кто может ходить, возвращаются в строй. Саперы, оружие к бою. Выдвигаемся. Надо пустить снова, когда нормально.
Эти парни сказали, что вода отравлена, и нам приказали целую неделю пить вино. Интересно, в этот раз прокатит. Наша новая тактика наковальня поможет отразить любую атаку противника. Вижу. Пушка там. А вижу я. Еще одна, блядь. Блядь. Ну, хуй с ним. Бойцы, приказ. Скажите, что нам делать? Блядь. Добиваю тут херню. Орудие готово. Новички приняты. Меняем огневую. Противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Блядь, чё пасик. Так-то ну, лучше. Пополнение принято. Сейчас повысить. Значит так. Считайте это посвящением рыцарям, кто в них нуждается. Экипаж зенитного танка «Кентавр» ждет ваших приказов. Чё тут пулемет спит? У него под носом точка лежит. А, Пупкин берет, да? Нашу точку. Прекратить огонь, а не трупы. Готовы. Выполняю работу. Поступил приказ. Взять прем. Пускай мы там что-то хватит. Кто хочет курить? Пора идти. Следуем на новую позицию.
ёбаный. Подвигаемся! Закрепить щит и покатили! В атаку! Захватить эту позицию! Хорошая позиция! Зенитный танк в вашем распоряжении! Выдвигаемся! Стрелки по местам! Мы под обстрелом! Вот гаденыши! Саперы готовы выступать! Вижу. Полный газ! Погнали! Противник занимает ключевую точку. Жирные ублюдки. Противника на нашей территории. Лучше не. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Координаты цели приняты. Сейчас там будет весело. Да, блядь. Готовы открыть огонь. Перейдите с локации. Выступаем. Пора двигаться. Ну, целить. Саперы на связи. Гранатомет PAT к бою готов. Хорошо, Роман, починились. Готовы начать обстрел. Артиллерия готова к координированному залпу. Огневое решение готово. Работаем по цели. Бил. Готовы выезжать. Пристегнулись. Выдвигаемся для атаки. Готовы выдвигаться. Выдвигаемся. Стрелки по местам. Ко всему! Двигай живо!
Деловые гаубицы готовы накрыть цель. Готовы открыть огонь. Так, не сделаем. Мы будем стрелом. Вот гаденыши. Стоп! Погнали! Давай! Собираемся! Быстрее! Экипаж зенитного танка «Кентавр» ждет ваших приказов. Ждет приказов. Обнаружена цель. Зенитный танк, наводка, огонь! Танк готов к главному орудию Парижа! Под нашим контролем! Противник активизировался. Наружу, парни! Черт, мы потеряли танк! Наша точка! Они ее захватывают! Вперед! Живей! Я больше не бездельников не место! Ну давай, железяка поганая! Огонь! У нас и броня кончена! Немецкий танк! Берегись! Он стреляет! Мотор заведен! Готов ехать! Мы потеряли зенитный танк «Кентавр». Собирайтесь! Пора на выход! Твою мать! Закрепить прицел! Учиняй позицию! К бою готовы! Главная яблочко! Погнали! Как на учениях! Цели по слабому месту! Огонь! По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Орудия готовы. Огонь! Пригнитесь! Заряжены по кругу! Мне что, самому его толкать? Вперёд! Отходим! Сейчас рванет! Зенитный танк «Кентавр» уничтожен. Ну, прости. Я немножечко виноват. Открывай огонь. Саперный отряд готов вступить в бой. Зенитный танк в вашем распоряжении. Бою готов! Спасайте задницы, идиоты! Тыловые гаубицы. Они заходят с фланга! Мы потеряли ПТО! Выдвигаемся! Стрелки по местам! Экипаж, смотреть в оба! Противник занимает ключевую точку! Жирные ублюдки! Где тут воздушные цели? Пристегнулись. Блять, готовы! 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 Экипаж зенитного танка «Кентавр» ждет ваших приказов. Зенитный «Кентавр» Ольга. Выдвигаемся и выдвигаемся на позицию.
Зарядить орудие. Выдвигаемся. Стрелки по местам. Артиллерия готова к координированному залпу. Работаем по вашим координатам. Цель в клочья. Отлично, бойцы. Сейчас 200 очков. Клиника полезная. Шерман Файрфлай готов. Сейчас подлатаю. К вашим услугам. Открывай люк, поднимайся и смотри в оба. Ну что, пора ехать. Вам надо это? Эти ублюдки пытаются это, отбить нашу точку. Да вонуть сильно. Yeah.
против здесь патрульчик? Опять голода сила. Тут какие-то ублюдки баллы лупят! Артиллерия готова к координированному залпу. Приказ получен. Сейчас у них будет буря. Чайки не дали наводчику. Бля, ну Коля, макеты! О, бля, я клянусь! Погнали! Навтыкал, вот видишь? Сейчас подлатаю. Ух ты, что там приехало? Противник занимает ключевую точку! Отходи от Тэша, убирайся назад. Сейчас пробую. Готовы выдвигаться. Противник атакует нашу позицию. Мы под обстрелом! Истребитель! Наша точка! Они ее захватывают! На связи! Есть приказ! Выдвигаемся на новую позицию. Нас тут пехота атакует! Заряжены, погружены и заправлены! Ну давай, железяка поганая! Вперед! Пристегнулись. Выдвигаемся. Блять! Занять нашу точку. Вот, убивай, противник настроен решительно. У нас уже 300 очков. Опс. Отряд пехоты уничтожен. Лучший экипаж Боинг тогда готов. Погнали, давай! Сейчас я попробую закрутить эту херню, короче. Подожди, я вон вперед пойду. А все же, проехали.
стрелки по местам. Трои за маленьку. Они захватили нашу точку. Разбить кому-нибудь нос. Файрфлай на связи. Файрфлай на связи. Погодили. Выезжаем. Возьми базуку. Сейчас, сейчас. Неплохое улучшение, да? Выходим. Самое время. Собираемся и выходим. Саперы ждут приказа. Блин, почему арта не засвечивается? Просто не попадает. Там этот вышел какая-то. К неприятностям готовы. Перед вами лучший экипаж Бовингтона. Приказ понят, ремонтируй. Приказы. Захвати смертные саперы. Ремонт. Итак, что дальше? Выдвигаемся на новую позицию. Бля. Куда ехать? Пристегнулись. Выдвигаемся для атаки. Под обстрелом. Пулеметная рейсь. Морд лупят. Готовы. Что, робко? Робко. Ну, приготовились. Зенитный кентавр к бою готов. Экипаж, смотреть оба. Выезжаем. Лучше в центре прорыва делать. Они нас разделяют, они вчетвером вас отразили, сейчас вчетвером прорыва. Позиция атакована противником. Огонь, идиоты!
шагнем, бойцы! Отличный выстрел! Ищем новую цель! Наружу! Зенитный танк «Кентавр» уничтожен! Шерман «Файерфлай» готов! «Файерфлай» готов, кто-нибудь наверх! Вот и мы! К вашим услугам, старина! Вылезай! Проверка связи! Отлично! Координированному залпу. Укрепленная позиция атакована. Все привязано и закреплено. Едем туда. Это что там за жопа? Да, блядь, там какой-то кривой. Ее видит, нет? Алло, кто? А, да, что? Я не знаю, откуда. Чего на них? Противник атакует нашу позицию. Макс. Передовая позиция уничтожена. Артиллерия готова к координированному залпу. Работаем по вашим координатам. Блин, ты не заебался. Интернетом. Готовы! Назад! К неприятностям готовы. Двигатель на холостом. Цель вон тот долбанный танк. Огонь! Пускай эта позиция постоит без нас. Это фото. Танк готов! Двигай живо! Эти ублюдки пытаются отбить нашу точку! Немецкие ублюдки! Бронированная цель! Огонь! Мы потеряли точку! ПТУ прибыло по вашему приказу. Противник уничтожил наш пулеметный расчет. Наша точка, позиция атакована противником. Вперед!
Верный расчет потерян. Погнали! Давай! У них осталось 100 очков. Погнали! Давай! Заводи мотор. Выезжаем. Счет ПТО к бою готов. Пулеметный расчет ждет приказаний. Ремонт закончен. До них еще не дозвониться, блядь. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Работаем по вашим координатам. Приказ понят, ремонтируем. Приказ атаковать. Выходим. Работать раны. Те, кто может ходить, возвращаются в строй. Блять, твой першин кубит проебался. Чё першин? Першин твой проебался. Они захватили нашу точку. Пытаются отбить нашу точку. Нахуя этот карту вот прикрутить сверху? Это так удобнее, что ли? Ну не знаю, ну да, кстати. Задача выполнена согласно приказу. Укрепленная позиция атакована. Противник занимает ключевую точку. Жирные ублюдки. Давайте приказ! Вражеский танк! Дайте приказ! Firefly готов разбить кому-нибудь нос. Что дальше? Мне что, самому его толкать? Вперед! Вперед! Не отставать! За
Сообщение принято, и противник атакует нашу позицию. А чё ты его не добил? Не добил я его. Куда отправляемся? Как будто босс. Пора выдвигаться. Там перед ним пулемёт стоял. Ай, бля. Файрфлайнер выполнять немедленно. Аккуратно. Береги трансмиссию. Устроили Джерри хорошую трёпку. У них осталось всего 50 очков. Блин. Выдвигаемся. Стрелки по местам. Сейчас ждём приказа. Железяка поганая. Позиция атакована противником. Цель в клочьях. Отлично, бойцы. Давай, прибавить скорости. Нас атакуют отряд пиратов. Высеры. Атаку. Захватите эту позицию. Шерман Файерфлай потерян. Они заходят с лимары выстрелы. Готов. Мимо. Остал байк за собой. Вот что это? Это он же подпигрил. Да, он брошен. Заряженный, подруженный и заправленный. Конечно, блядь, я как дашь. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. О-о-о. Мы потеряли расчет. Дом указаний. Так, да, убить. По всей карте расставим. Пиздец. Противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Приказ будет, ремонтируешь. Танк починен. Ух ты, тут звезды взяли. Они захватили нашу точку. Пиздец, блядь. Куча сделаем. Экипаж, смотреть в оба. Выезжаем. Наша точка. Они ее захватывают. Погнали!
Firefly готов. Зенитный кентавр к бою пристегнулись. Выдвигаемся для атаки. Двигатель на холостом. Выдвигаемся. Экипаж смотреть в оба. Открывай люк, поднимайся и смотри в оба. Ну что, будем улучшать эту коробочку. Вылезай в люк. Firefly готов. Байком в руку. Сволочи разнесли нашу машину. Черт, мы потеряли отряд. Ну да, они просто в центре встали. Да они просто тупо встали, блядь. Да они охуели, как они смеют так играть. Нет, надо тоже было, а вы там со своего фланга что-то долбились. Да надо было в центр, конечно, уйти, фланг мы держали, в центр, блядь. Кому что заказали? А, блять, надо было давить центр тогда, надо, когда я вот говорил. Делает нормальный интернет. Повысили? Нас? Вот мама обрадуется. Немецкий танк! Берегись! Он стреляет! Так, подби! Готовы ко всему! Покатили! Жми на полную! Подвигаемся! Противник занимает ключевую точку. Жирные ублюдки. Выезжаем. Зарядить оружие. Они просто по точкам играют, пытаются сбить захват. Вообще фантазии не отвлекают. У нас 100 очков. Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. Firefly готов разбить кому-нибудь нос. Поступил приказ на передислокацию. Этим мы и займемся. Пулеметчики ждут приказов. Передислокация. Выступаем. Точка добывания. Был, блядь, не просто переключаться на центр, а всем, блядь, вызывать на центр и не спать. Firefly приступает. Кто-нибудь наверх. Там будет вот так вот. Едем. Ну и так на центре будет. Я же говорю, блядь, надо было собраться, блядь. У нас осталось 75 очков. Работаем по вражеской бронетехнике. Закрепить прицел. Меняем позицию. Готова к координированному залпу. Орудия готовы. Огонь! Жерман Фаузлай готов. Заводи мотор. Выезжаем. Немецкий танк. Берегись. Он стреляет. Приказаний. Готовы выступать. Захватим первые головы. Выходим. Кого-то тут пристрелить.
так каточку не чёрт. Бля, что зависает, нахуй. Деловые гаубицы готовы накрыть цель. У них 25 очков. Держим центр, блядь. Мы потеряли отряд. Ага, блядь, 20 очков. Не готов. Едет ИС, он прямо там встанет сейчас и зафиксирует, как старается. Мы потеряли танк. Уничтожил машину. Противник уничтожил наш пулемет. У кого-нибудь есть там инженеры или что-нибудь просто бить на точку бросить? Где у нас бот, так кстати? А вот этот у тебя обстрел самый последний. Ты что его не пользуешь? У меня, кстати. А, ну он стоит. Ни смысла в нем нет, он всю карту обстрелит. Одновременно не может. Пехотное отделение готово к бою. Наружу! Эти сволочи разнесли нашу машину. Противотанковое орудие потеряно. Черт! Он сейчас рванет! Противник уничтожил Шерман Файерфлай. Потеряли ПТО. Противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Осталось отнять у них последние 10 очков. Не стоит паниковать, но у нас всего 50 очков. Противник уничтожил пехотное отделение. Забегай пехотой на точку, ты куда бежишь, Валера? На хераке техника, у них 9 очков. Ну как, все, а там, да. Готов. Шерман.
место. Вперед. Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. Вылезай. Проверка связи. Отлично. Отряд пехоты обучен и готов выступать. У нас 25 очков. Ну просто пехота посылайте, чтобы пустить. Готов выходить за танки. А я и так... Шерман Файерфлай потерян. А тут они крепко сидят, да? На этой земле. Там пехота. Ну видишь, у кубика я вот. Противник уничтожил передовую укрепленную позицию. Мы потеряли точку. Пехотное отделение Томми закончило обучение. У нас всего 10 очков. Нет, я вам говорю, вы говорите, где арта. Вы же не говорите, у меня есть подавлялка. Без подсветки. Вот она, вот она. Ну вот, сейчас вы начали говорить, а всю игру долбили. По нашему приказу начинаем непрерывный арт-обстрел. Орудия готовы. Огонь! Вот там, между прочим, бензин берет, ему никто не мешает. И чё, надо, блядь, эту точку брать? Ну, надо ванзу, блядь, брать, значит, вам надо было ехать обратно. Это бот берёт. Я говорю, бот берёт. Ну, это пули топ-то с этого. Блядь, ты виноват. Что? Ты виноват. Да похуй мне, блядь, всё говорю. Поебали? У меня ещё играет. Там немцы кипятком посыпают. А, так тебя полем выкинуло, что ли? Ну, втроем поиграть, конечно. Нет, они их тоже строят. Ну, это их проблема. Надо советов брать. Давайте покурите там 5 минут, я сейчас зайду. Давай, давай. Меня лично вот не увлекало. Даже не сколько Ильфан, сколько эти гаубицы. Я просто к центру подойти не могу. Он как видать поставил на автомат, а надо и херать человека. Я у нас урона по 80 косарей у всех. Ну да. А у них по 130, блядь. Сейчас бы Бабич вас обосрал бы тут. Охренеть. У меня... У королевских саперов эффективность почти 3000%. 2900. Я дурак.
Киньте. Может, не надо? Это было самое слабое звено. Что мы там? А кто у нас сервак? Аня, да? Так, ну, блин, сейчас приду тогда, раз его нету. А где у нас Таш-то? Что запускаете, давайте уже. Сервак-то кто? Александр. Надо его это исключить из сервачного, сервачной должности.
Хомы на связи нет. Там, короче, кнопка есть, начать поиск называется. Спасибо. Еще вчера. Ну, в центре, конечно, жопа была. Там вот ты не хватило садиться. Но ни хера чего жарче. И гаубицы не было весь мозг. Отряды пока. Пока отряд до. Ну не вот так, пока отряды до центра добегут, 3-4 человека остаются. Дернули, убежали отряд. Он, по-моему, так это по местности херачил приблизительно. Знаю, где проходит. И элефанта до 3 звезд прокачал, на хрен до меня доберешься. Пулемет не обложился. Нет, жарко, да, дома? И что? Выключи печку. Для советов плохая карта. Пулемет хрен развернулся.
3-1, да, сыграем? 2-2 лучше. По топливу. 5-0. Аргентина, Ямайка. Забрать топливо по возможности. Пулеметчики ждут приказов. Итак, пора отрабатывать жалование. Так, бойцы, вперед. Выдвигаемся. Вы знаете, что делать. Пехота, черт, не дери! Универсальный транспорт готов. Снаряжение погружено. Держитесь крепче. Погнали. Идет строительство взводного КП. Новый взводный КП приступает к работе. Ой, ёбаный насос. Саня, вот этим видите, законтри вот эту херню. Да сейчас я вам пулемет прогоняю. Ну, а вот это сейчас придется убегать. Куда минометами бежишь? Давай, давай, сейчас мы его задавим, этот пулемет. Сообщение принято и понято. Теперь вы можете строить бронемашины. Захватили нашу точку. Они кончились. Скажите, когда им? Хорошо, что я с той стороны. Сюда.
Весь расчет орудий уже мертв. Потеряли точку. Противник атакует нашу позицию. Пора в бой! Вот здесь обходим. Позиция атакована. Королевские саперы прибыли. Отряды пехоты могут получить по одному дополнительному бойцу. Тормози, стоп! Мы под обстрелом! Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. Мощь отрядов повышена. Что, у вас с острова выбили? Ну так получилось. Вы, может, на звезды уже перейдете? Хватит там? Сиськи мять. Саперы готовы выступать. Блин, это... Таня, это твои суда бахают? Новое пехотное отделение готово к бою. Что мои бьют туда? У нас осталось 300 очков. Давай на остров зачистим его до конца. Это саперы, начинаем ремонт. Бойцы, приказ. Бери, на выход. Хватайте, Брэн! Отличная железяка! Не отрывай! Сейчас закончу доклад и начнем. Проверка 4.
Ударный командный пункт строится. Шоферы готовы. Готово. Так, здесь все. Ждем новых приказов. Шоферы получили пополнение. Берем тот бред. Задача выполнена согласно приказу. Ваши войска завершили строительство ротного КП. Так точно. Сообщение принято. Чини мою сушку тоже. ВТО прибыло по вашему приказу. Сообщение принято и понято. Готовы применять оборонительную тактику на ковальне. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Приказ получен. Сейчас у них будет буря. У нас 200 очков. Давайте на хрен с ним с островом, давайте на эти, на звезды. Ну давайте, идите на центр, мы наверх пойдем. Очковались. Идите на центр, один там останьтесь, и этот, два... Мы их с острова все равно сейчас выбьем, все равно выбьем. Уже не надо. Сейчас на Катюша приедет, сейчас порешаем. Блин, они еще центральное топливо из остановочного, что умеют.
Начинаем зачистку! Держим позицию! Противотанковые орудия готовы к бою! Да, координированному залпу. Пошли снаряды, пригнитесь там! Экипаж зенитного танка «Кентавр» ждет ваших приказов. И покатили. Новички приняты. Ждем приказов. Выезжаем. Зарядить орудие. На месте, готовы. Закрепить прицел. Меняем позицию. Бегом! На захват! Контакт по курсу. Против пехота. Они заходят с фланга. Зенитный кентавр. Выдвигаемся. Стрелки по местам. Они хотят нас зашить. Способность готова. Двигатель на холостом. Экипаж, смотреть в оба. Выезжаем. Орудие осталось без расчета. Пора это прекращать. Готовы под... Собираемся! Пора на выход! Они заходят от фланга! Это танк не за... Готово! Цель по самому месту! Огонь! Артиллерия готова вести огонь по войскам противника на нашей территории. Отлично, бойцы! Отлично. Покатили! Покатили! Промойте уши! Левоглав для тонаризма! Пришли приказы! Ну вот и все. Ничего-то отлично, только я здесь не хуя. Все, спасибо, все свободны. Работаем по вражеской бронетехнике. Они могут построить, да. Атакуют цель! Как ты цели? Огонь! Отход!
О, у нас тигр доставлен. Вперед, саперы! Пора узнать больше о своем деле. Поступили приказ. Орудие заряжено. Фаерфлай готов. Приказ понял, ремонтируй. Приказы? Открывай люк. Заводи мотор. Выезжай. Все в приказании. Улучшение закончено. Орудие на передок. Расчет ПТО к бою готов. Орудие заряжено. Так, сейчас. Кентавр уничтожен. Артиллерия готова к координированному залпу. Огневое решение готово. Работаем по цели. Готова к координированному залпу. Приказ получен. Сейчас у них будет буря. Проклятие! Мы под обстрелом! К неприятностям готовы. В атаку!
всех помаленьку. Пулеметный расчет ждет приказаний. Черчилль на связи. Куда ехать? Выдвигаемся на контакт. У противника 300 очков. Мы подожмем! Это уже не смешно! Противник занимает ключевую точку. Жирные ублюдки. Че, есть разведка? Мы готовы! Есть, куда пустить. Денег здесь пустите. Посмотреть, что. Я туда два дверца бегу. Прибавь газу, вперед! А. Давай, двигай! Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Пошли, снаряды! Пригнитесь там! Начинаем непрерывный артобстрел. Огневое решение готово. Работаем по цели. Бегом, сыщем! Наш танк уничтожен. Тяжелый танк готов выйти. Их вот, двигай. По нам стреляют. Выдвигаемся. Стрелим, готово. Готовы? Это саперы. Начинаем ремонт. Их вот, тормози. Противник активизировался, пытается занять нашу точку. Потеряли ПТО. Черт, они хотят ударить нам во фланг. Готовы подходить. Ловите так, чтобы их мамочкам достало. Цель у них текут. Мы потеряли расчет. Тыловые гаубицы готовы начать обстрел. По вашему приказу начинаем непрерывный артобстрел. Орудия готовы. Огонь! Мы под обстрелом! Нас атакует танк! Готовы отправляться! Пристегнулись! С ними покой! Какие-то ублюдки по нам убят! Противник теряет силы! У него уже 100 очков! Которые готовы на разводе!
осталось 75 очков. Подбили! Всерьез! Машина годовой свинья бронированная! Двигай! Вайфлай готов! Боекомплект на борту! Нас атакует пехота! Береги трансмиссию! Мне что, самому его толкать? Вперед! Пехотный танк ждет вам... Нечего тут красться! Гони как... Эти ублюдки пытаются отбить нашу точку! Кирилл, че? Что ты посмотрел? Кого? Что там большое, большое Алматинск, еще что-то там. А, я что-то бумажку не могу найти. Посмотрю. Блядь, туалетная кончилась, блядь. На спичных коробках пишу. Давай.